Здравствуйте, дорогие женщины. С наступающими вас праздниками. У вас нет впечатления, что сразу после Нового года мы как-то больше грустим, а не веселимся? И как-то мало стало у нас оптимизма по отношению к будущему. Вот я и надеюсь все это сразу после новогодних праздников немножко поправить. Я бы хотел, чтобы от нашего плохого настроения мы получили пользу. Научились понимать язык плохого настроения и с помощью этого языка преодолевать свои как существующие, так и отсутствующие неприятности. Поэтому 5 числа у нас состоится бесплатное занятие на сайте Данилин онлайн, где мы поговорим о том, что же такое депрессия вообще и посленовогодняя депрессия в частности. А потом... У нас пройдет платный тренинг, который я назвал «Исцеление размышлением», где мы попробуем научиться понимать свои собственные мысли, осознавать их и тем самым преодолевать. Ну, для того, чтобы наша жизнь в следующем году стала, ну, хоть немножко легче. Приходите, поговорим. Пишите? И вот, для того, чтобы нам, ну, хоть хотя бы чуть-чуть полегче жить в следующем году, и для того, чтобы мы умели поправить свое настроение и понять, что оно для нас значит. Вот для этого мы организуем короткий рождественский тренинг. 5 числа в 12:00 Москвы будет бесплатное занятие, на котором я расскажу, что такое депрессия и как отличить друг от друга разные формы плохого настроения. А 6, 7 и 8 числа пройдет краткий тренинг «Исцеление размышлением». Он будет в 12:00 по Москве и продолжаться 2 часа. Приходите. Так часто после Нового года нам не с кем поговорить. Вот приходите, поговорим о плохом и хорошем.